магазин возвращаться. Вот так вот. Сам себя катает. Тони, там дорога. Тони, там машины. Итак, пошли в Sam's Club платить долги. Что ты тут забыл? Пить в Sam's Club? Не, ну я ж покупаю, мне кредитная карточка. Мне надо раз в месяц за нее проплачивать. Погашать, сколько я потратила. Бери с собой тележку сюда, в эту дверь. А вот с колокольчиком всегда стоят. Собираю денежки на Рождество. Такая машинка малюпусенькая, крошка совсем. Двухдверная. Итак, сегодня у нас бензин 3,16. Бензин каждый день опять падает. Падает цена на бензин. Хорошо. Все, пошли, 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 пошли. Сейчас возьмем салфеточку. Hello. Салфеточку возьмем, чтобы протереть ручку на... Так, давай. Hey, okay. Давай, давай, давай протрем. Пошли. Какая красота. Так, мне надо тут в очереди постоять, заплатить. Вон они игрушки, вон они игрушки. Так, пошли. Где наши игрушки? Идем скорей. Где игрушки? Попрыгунчик. Бросай тележку, она нам не нужна. А у вас здесь подруги. Эй! Тони, нам тележка не нужна. Пошли выбирать игрушку. Чу? Где твои игрушки? Скорее. Ой, какие машины красивые. Вот ух ты, какой. А может еще одну давай такую возьмем? Нет. Нет. $20 мы добавляем. Ну пошли вокруг обойдем, пошли. Пошли обойдем вокруг, идем. Иу, иу. Ух ты, какой автомат. Смотри, какой красивый набор для рисования. А сколько же он стоит, интересно? А где написано? 18,91. Вот такая громадина 18,91? Вот это? Там же там она только это самое, большое. А что там, вот три краски? Ну да, три, коробка это, только большая. Нету. Пошли дальше, пойдем походим, посмотрим, найдем сейчас что-нибудь. Там... Нету ничего? Ну пошли вот так пройдемся. Наверное, все игрушки там на входе. Ну, тут, конечно, игрушек мало. Это не магазин для детей. Ну что, Тони? Идем еще? Пошли на вход. Тони, пошли на вход посмотрим. Тони, пошли на входе посмотрим там игрушки. Идем. Вон они все большие машины. Вот здесь. Вот здесь. А, тут это все елочные игрушки. Вон они, пошли. Тони. О, он уже там. Вот они все игрушки. Давай, смотри. Велик нам не нужен? Не нужен. Это для малышни совсем. Смотри, какая машина. Вау! Вау! Нифига себе машина! Хочешь такую большую? А смотри, вот это какая красивая, вот это. Что? Да. Вот эту хочешь? Ну бери эту. Тихо. Ну что, берем эту? Да. Все, берем эту. Где мама? Где наша тележка? Все. Ты определился? Эй! Да. Какой он умница. Я ему говорю... Вон твой сын, он уже в тележку загружает. Я ему говорю... Большая в руках вместе. Он пошел, нашел тележку, пока мы с тобой его искали.
Какой же, моя ж ты умничка, где? Моя ж ты разумничка, моя ж ты птичечка. Ну, пошли на кассу платить. Ну, хорошо, тебе нравится? Да. Ну, все, пошли платить. Пойдем. Это чересчур дорогой подарок. Это можно, да. Можно, один раз, пошли. Нет. Пошли. Ну, захотел папа. Ребенок. Все, пошли. I'm sorry. Это только на дороге надо играться. Может, поменьше возьмем? Ну, будет на дороге играться, что делать? Так, пошли вот сюда. Вот сюда, на эту кассу. Не надо, не надо, не надо. Расскажи мне, для чего вот это? Иди сюда. Расскажи, ты только что рассказывай. Для чего это? Вот это для чего? Что это? Это что? Тихо, 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 он рассказывает. For remote. And that goes in there. Ага, он рассказал, что одна батарейка для машины, вторая для ремонт, для контроля. And that's for charging. А это чтобы чарджить, заряжать такую батарейки. Такую папа тебе не покупал, это вау, больше, ничего себе. Чем у папы. Поехали. Обалдеть, конечно больше. А ты же хотел боут. Тони, а что по поводу... Well, there's no boat. Нету боута. Все, забыл про боут. Какая машина, какой там боут. Осторожно, осторожно, осторожно. Нет, чтобы побежать, схватить ребенка, я за голову схватилась и стою. Вот так вот, вот так вот всю жизнь. Когда что-то случается, я замираю и сказать не могу. Ребенок у меня падал сколько раз с рук. Я, ну, возьми, подхвати ребенка. Я руки вверх и все. Вот в такие моменты как-то все внутри останавливается. Ну, хорошо, хоть лоб не разбил. Хотя наш лоб, нам уже ничего не страшно. С нашим лбом. Ты так и не обращалась по поводу страховки? Там столько, там кучу денег можно заработать. Это не важно. Тони, нам на выход. Нам на выход. Подожди, тете надо показать чек. Чек покажи. Вау, смотри-ка, что тебе нарисовали. Солнышко. Thank you. Have a good day. Давай сюда. Давай. Так, нам сюда навели, туда? Сюда. Такой хороший. Никогда не помню, куда идти. Он всегда помнит четко, в какой ряд идти. Ну, он же мужик маленький. Нашел? Где? Дальше, дальше. Дальше, дальше. Пойдем, пойдем, пойдем. No, 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 no. Осторожно, машину не... Тони, чтобы ты в машину не врезался. А то ж потом маме придется это... Опустошать кошелек. Сюда. Тони, сюда. Вон она, самая красивая машина стоит. Ну, значит, на своей машине поедете. Ты что, качек? Ты что, качек не потеряй? Мало ли машина сломается. Говорю, прицеп с собой взяли. Куда мы ее теперь всовывать? Сейчас. Было бы что всовывать, а уже куда найдемся? Это ж он ухаживает за нами. Я открываю дверь, он подходит, открывает мне дверь. Маме двери открывает, двери закрывает. Моя ж ты умничка. Вот у нас кавалер, мама, с тобой. Какой же он у нас умничка. У нас мужчина. У нас свой мужчина. Кавалер настоящий, да, Тони? Тони? Моя солнышко. Конечно, я была таким кавалером с такой машиной. Итак, мы приехали в Millennium Mall. Идем делать Windows Shopping. Windows Shopping – это окно шопинг. Это значит, просто мы ходим, смотрим, но ничего не покупаем. Да, Алочка? Да.
мы ничего сегодня не покупаем. Ну, мы пойдем... Нет, мы глазами покупаем. Да, мы пойдем посмотрим просто этот магазин Sephora. Мне, я пыталась прочитать, как называется магазин. Угу. Психора читала, мне написали. Это магазин Sephora. Sephora. Или Sephora. Говорит, там хорошая косметика и все это прочее. Пошли посмотрим. Хотя нам косметика не нужна, ну, мы и сами красивые, правильно? Самое, сейчас этот ребенок нам все попробует. Антон, дорога! Антон, дорога! Итак, Newman Marcus первым.